Здравствуйте, меня зовут Мирослав Гарин, и мне 6 лет. Я актер, я очень много снимался в календаре мая. Мне очень понравилось. Вопреки очевидному, меня там украли. И в сериале «Ключ от всех дверей» режиссер Максим Демченко. Еще я хожу на гимнастику. Мне очень нравится. В бассейн хожу. И еще я люблю кис. Кош. Потому что у них есть котята, и они славно мяукают. Еще я играю в ходилки, собираю лего. Катаюсь на велике, на самокате. До встречи на съемочной площадке!